Привет, друзья! Утро начинается у нас не с кофе, а начинается именно с Fallout мотива Шелтера. Четвертый день у нас прожит как-то не очень хорошо, то есть настроение средненькое, и дали нам, конечно, за это денег меньше. Печаль, мать его, беда. У нас нет еды, у нас нет воды, зато у нас есть электричество. Но кто будет добывать это электричество, если все помрут с голода? И пить тоже ничего не смогут. Давайте пытаться как-то нормализовать эту ситуацию. Я очень надеюсь, что сраные рейдеры не прибегут, и все будет у нас чики-бики-бабоны. Так, новых людей пока брать не будем. Давайте разбираться с теми, кто у нас уже живет в убежище. Сколько прошмандеев всяких бегает, а? Никак не могу найти время, чтобы всех их расставить. Их очень много. О, спортсмены — это хорошо. Спортсмены — это просто прекрасно. Так, выравниваем ситуацию, чтобы чувствовать себя как-то получше. Нехватка еды, конечно же, очень плохо сказывается на самочувствии наших людей, которые здесь живут. Их настроение, если плохое настроение, значит и плохая продуктивность. Я думаю, вы это прекрасно знаете. О, господи, сколько же вас! Какого хера? Мне кажется, что... вот я хотел сказать ватерлиния. Линию ожидания как-то продлили. По-моему, было меньше. Давайте посмотрим, кто у нас вернулся с Вейсленда и что нам привезли. Я бы тебя взял, друг мой, но у меня просто нет места, куда бы я мог все это складировать. Зато и деньжата, кстати. 5000! Ни хрена ж себе! Мистер Хэнди, твою мать! А давай-ка мы сделаем тебе рекол. Заходи, друг... Не, подожди. Так, он туда... Ага, вот, теперь он возвращается обратно. То есть больше 5000 мистер Хэнди собрать не может. Мы хоть знаем, что ему не наносят урон. Я так смотрю, что он ни с кем не стыкуется на протяжении всей вот этого всей линии. Смотрите, он только добывает кэпсы. Я не знаю, где он их находит, там на свалках, где-нибудь в домах. Но никто не преграждает ему дорогу. То есть мистер Хэнди свободно себе добывает резы. Поэтому смотрите, есть интересный момент. Вы покупаете мистеров Хэнди и отправляете их чисто в Вейсленд. Они не умирают, но помимо денег он вам ничего больше не принесет. Тут опять же минус. Если надо чисто бабло, можно, пожалуйста, так делать. Что у нас еще есть? Я пока, наверное, их звать не буду. Давайте посмотрим, как у нас ситуация. А ситуация, честно говоря, хочется плакать. Хочется вырыть маленькую могилку и спрятаться там. Очень все плохо. Очень все хреново. Зато харизмы, блин, хоть отбавляй. Вот какой-то эльф ушастый сидит. Какая-то там принцесса из Звездных войн. Это нормально. Это норм. Так. Значит, делаем акцент именно на воду и... пожалуй, на воду. Вода, еда. Надо начать, наверное... Чё ты что стоишь, скучаешь? О, тебе как-то совсем херово, друг мой. Давай я тебя от радиации вылечу. Радиация, да, у нас мало воды, а если мало воды, значит есть радиация. Но надо радиоактивные штуки, чтобы их хилить. Я предлагаю, да, вот заводика. Будем тогда сегодня целенаправленно заниматься рашем. У нас есть еще 7 ланчпаков, которые надо открыть. Я думаю, что это мы тоже сделаем. Хотя, наверное, нет, потому что у нас на линии ожидания стоит очень много людей. Очень-очень-очень много. Как у вас настрой? Ой, что-то у вас совсем все херово. Я предлагаю вас лечить, притом делать это оперативненько. Эти люди нам нужны, они очень продуктивны. Но настроение их отвратное. Я их понимаю прекрасно. Игра стала очень сложной, хочу заметить, потому что раньше, если вы смотрели все выпуски или хотя бы большую часть, вы знаете, что игра была очень простой, очень легкой. Сейчас добавили такой элемент хардкора. Монстры, которых хер убьешь. Другие монстры, за которыми хрен угонишься. Вот такая вот жопа мира у нас тут случается. Так, я вроде как похилил немножко. Отлично, саксесс, давай, мой хороший. Пашем на благородное. О, мне вот это нравится. Мне нравится, когда у вас все хорошо. Как баба начала молотком-то херачить, а? Ах, господи, зубом в зуб, это неудобно, это больно. Да, это я так удивился, что зубом об зуб начал стучать. Смотри, как молотком-то пашет-то. Давай, детка, давай. Давай, работай. Работай. И тут мы ловим фейл. И сейчас, если вылезут сраные крысы... Нет, крыс нет, слава богу. Тушим. Тушим и тушим. Оперативно тушим. Тем не менее, друзья мои, воду мы практически выровняли. Значит, радиация больше повышаться не будет. Теперь осталось стабилизировать показатели пищи. И сказал, как, не знаю, ёпта, как Хрущев. Надо стабилизировать показатель пищи. Вот как-то так. Ну, давай пробовать, давай стараться. Ведь если не стараешься, то и выходит самая непонятная жопа.
Давай вот так вот потихонечку. Продуктивность у нас, конечно, немножко хромает. Надо все это очень долго настраивать. Вы видите, сколько у нас людей гуляет. Я понимаю, что это вызывает лютый бадхёрт, жопы горят. Я сам не сторонник того, чтобы люди у нас тут прохлаждались. Но, опять же, я по мере возможности буду стараться все это исправлять. Так, этих ребят мы порашили. Давайте посмотрим теперь следующий наш истой. Какие вы грустные! Неужели капуста и тебя не радует? Смотри, какая лейка. Чё ты такой грустный? Не грусти, дружбан. Сейчас тебя вылечу. И тебя я тоже вылечу. Хотя у тебя показатели такие, ты можешь помирать смело. Какой эгоистичный брейн, а? Так, тебя мы вылечим. И Мойру Браун мы тоже вылечим. И тебе мы сделаем хорошо. Джулия, ты чего такая грустная? Не грусти. Мы тебя пару раз уколем, и все будет нормально. 40 уколов в живот, какое-то бешенство, и все прекрасно. Поехали рашить. Поехали рашить, я сказала, не фейлить. Что же вы кретины-то такие, а? Ну, с такими рожами, честно, хоть в морге выступай. Ой, а что-то тебе слишком плохо, братка, да? Ну, давай, ладно. Ладно, сделаем благое дело, чтобы не казаться совсем эгоистичными мразями. Фух. Мистер Хэнди, сейчас будем думать. Значит, мистер Хэнди, как написали, нужен по одному на каждый этаж. Он себе занимается своими хлопотами, делами. У него все хорошо, и он беззаботное будущее там себе строит. Так, давай попробуем еще раз. Ребята, 28%, вы должны припеваючи успевать. Я вас ненавижу! Ненавижу! О, боже. Ладно, немножко бомбения не помешает. Как бомбалейла, да? Так, это дело мы с Зебелем. Давай вот здесь немножко. И вот таким вот образом. Люди, сколько людей хочет к нам в убежище? Посмотрите, какое огромное количество. Так, это... Нет, людишки нам пока не надо. Я смотрю, что они не особо справляются. Нет, нормально. Можно похилить. Они грустные, они очень-очень грустные. Но в отличие от грустных у нас на Нью-Коле, видимо, кола как-то взбадривает и, возможно, позитивно влияет на них. Давай попробуем. Так, здесь у нас что, вода? По-моему, водичка. Ой, как у вас тут все плохо. Ребят, у вас реально жопа на самом-то деле, поэтому давай смотреть. 6-й левел, давай хоть от радиации избавимся. Давай вот так. А, давай сделаем принцип, поправим немножко. Сэмюэль. У нас, правда, не очень много ресов, поэтому постараемся как-то с умом это все тратить. Я думаю, что придется рашить, наверное, и больничку тоже. Так, ну что, поехали, друзья мои. Пожалуйста, я вас умоляю, без фейлов. Умницы. Так, вода у нас уже за барьер как бы переходит, это хорошо. Так, водичка, давай. А-та-та-та-та-та-та! Ну как же так-то? Твою мать, все горит. В жопы у вас бы горели так от стыда. Красный от стыда. Мама, мама, пеканус, припеканус. Так, сейчас мы тебя вылечим. И тебя мы вылечим. Красопета моя, ты Кэти Перри, смотри, как хорошо. Как она грустно держит этот огнетушитель. Мне, честно говоря, даже жалко ее стало. Так, вот здесь порашили, тут порашили. Смотрите, более-менее это стабилизировали. Не прошло и полгода. Так, смотри, что мы делаем? Что мы делаем? Кто у нас прохлаждается? Мы построили с вами... А, они тут работают. Насколько я помню, это ребята не очень как бы по еде. А агилити у тебя хорошая, вот у тебя как-то не очень агилити. Так, братка, мне надо с тобой что-то делать. В этот ресторанчик у Брейна надо как бы людишек побольше. А агилити у нас было где-то в этой области. Вот тут, по-моему. По-моему, здесь, да. Так, братка, ты идешь у нас в самый низ и будешь там работать, вкусняшки готовить. Давай, оп, иди сюда. А что у нас здесь? Ты у нас чем занята? Ты у нас Стрэндж прокачиваешь, да? Детка, давай смотреть, где у нас Стрэндж. Эска тут у нас на 10, смотри, можно. Хоп, как умно, да? Десяточка будет. Вот, еду мы немножко повысили. По крайней мере, уровень не критичный. То есть можно как бы жить. Так. Кто у нас еще в агилити? В агилити у нас никого нет. Я предлагаю все-таки туда кого-то направить. У нас реально очень много... Ребят, которые просто прохлаждаются. У тебя агилити как? А как-то можно было смотреть? Господи, я уже забыл. А, вот. Давай отметим по... Пом-пом-пом-пом. Так. Гринхаус. Подожди, гринхаус. А, это цветой. Да-да-да, все, я вспомнил. Кафетерий.
это нормально. Вот, кстати, в кафетерии их и надо устроить. Вот, смотри, Престон Гарви. Престон, твою мать, Гарви. Идем работать, Престон. Ни хрен тебе, это, как говорится, клуши баклани здесь. Пошли давай, сейчас мы тебе найдем место работы. Оп. И хорошо все, и все довольны. Так, вот тут можно порашить. Это меня полностью устраивает. Я думаю, что сейчас можно смело запустить парочку человек. Потому что мы более-менее стабилизировали, а значит, жизнь будет налаживаться. Так, роботишка. Смотри, ему как-то не очень хорошо, я не знаю, как его чинить. Какие у нас реально все грустные. Просто какой-то, знаете... Так, вот этих надо похилить. Это наше все. Это... О-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, вот так вот. Этих ребятушек похилили. Проверяем дальше. Тут у нас стоит красопета с очень хорошей пушкой. Надо тоже ее хилить. Это я делаю для того, чтобы первый этаж был более защищенный. На этот... По этому этажу до самого конца бегут эти гребаные мутанты. И есть вероятность того, что, в принципе, они могут отстреляться. Так, тебя надо похилить. Первый левел. А, давай мы тебе дадим что-нибудь поинтересней. Что-нибудь эдакое, чтоб тебя порадовало. Эска где-нибудь... так, С плюс 3. Ну, давай вот так. Хотя бы вот так. Ха-ха, Харви у нас... Хэнди, я что-то все время называю мистером Харви. Как Харви Дент из Бэтмена. Опачки, уровень подняли. За это время, пока мы там что-то пытались сделать... Нет, не могу я больше новых сюда забрать. Давай вот так. И вот так вот. Чудесно. Ну что, давайте кого-нибудь примем. Я думаю, что можно принять вот этого нашего друга. Давай его на второй этаж определим. Например... Вот сюда. Я думаю, самое то. Так, роботишка направился. Господи, сколько народа! Куда вы все прете? У нас же как бы не резиновое все-таки убежище. Так, на 5000 мы стали с вами богаче. Это хорошо. Сейчас можно будет порашить еще немножко ресторан, и с электричеством тоже придется что-то делать. Так, робот залетает, это нормально. Так, чудненько. Поехали посмотрим, как у нас дела обстоят в ресторане. Теперь тут работают ребята, которые, в принципе, более-менее как раз на это нацелены. О, смотри, саксесс, детка, саксесс, поехали дальше. 13 тысяч, я, в принципе, это дело мог бы прокачать, если бы вы не фейлились, мразь. Не работает, не работает. О, ебический центурион. Вылезли. А чтоб у вас повылазило. Так, давай. Какой грустной миной он это делает. Стреляй, кретин! Давай, давай же! Вы издеваетесь, что ли? Не могу понять, повторение той же истории. Так, братка, стреляй, пожалуйста! Господи, какая жопа мира! Так, вроде отстреливаются. Гаси грязную крысу! Все, Харви, ты не помер. Кто у нас умер? Что вообще случилось? Так, тебя мы ревайвить, наверное, не будем, брат мой. Так, кого бы ревайвнуть? Ну, как-то она начинает немножко глючить после смерти. А, давай ревайв сделаем. Во, встал и побежал. Так, давай тебя поднимем. Деньжат у нас как бы есть, я думаю, терять как бы не стоит, да? Это простой чувак, пускай умрет своей смертью. А тебя мы оживим. Ты у нас работать будешь. Я думаю, что приятно будет прийти и выпить чашечку Нюка-Колы, закусить каким-нибудь пирожочком, а на фоне будет лежать этот трупецкий. Забавная ситуация. Так, а я хотел это дело проапгрейдить. Он уже полностью понятненько. Тем временем у нас становится очень мало электричества. Значит, надо это дело рашить. Рашить притом очень быстро. Так, ты у нас... Это, по-моему, Олежа Брейн, им очень грустно. Давайте сделаем так, чтобы было хорошо. А чего ты, собственно, прохлаждаешься, друг мой? Что за дебильная привычка? Смотри, он здесь нормально работает. Давай плюсанем вот тут. Оп. Работай, мать твою! Так, поехали. И ты работай здесь! Ой, сейчас крысы повылазят, наверное. Нет? Слава богу, никто не вылазит. Но, тем не менее, электричество надо бы, конечно, делать. С электричеством пока что не все так гладко шито-крыто. Забрали, это тоже готово. Ой, как-то у вас тут все плохо. Конфессор Кромвелл. Готово.
Я думаю, что этих ребяток все-таки надо как бы похилить, потому что не хотелось бы терять. У них хорошие шмотки, хорошие пушки. Они довольно прокачаны. Так, готовы. Все, теперь вы должны чувствовать себя как-то, ну, хотя бы немножко веселее. Улыбайся, люди любят идиотов, да? Так, давай. Что мы можем сделать? Там нужна эска, да? Давай смотреть у нас, кто из этих новичков хорош по эсочке. Ты у нас Perception, Endurance. Ага, давайте запустим, мадмуазель, пускай будет. Так, мадама, знаешь, куда мы тебя определим? Куда мы тебя... Agility 4. Не так-то много Agility, S-5. Блин, куда же тебя определить-то? А Perception у нас, если не... А, Endurance тут у нас... Я даже не знаю, куда тебя можно нормально поставить. Давай пока в кафетерии, а там уже посмотрим. Там будем расширяться, будем смотреть. Сколько у нас народа? 169 из 176 возможно. Значит, в следующей серии уже можно заняться постройкой, значит, места, где они будут отдыхать. Так, одного приняли, давай смотреть, кто у нас еще тут. Ты кто такой? Понятно. Так, брательник, с тобой надо что-то решать. Давай мы это оставим, это возьмем. О, сколько шмоток. Хорошая шмотка, смотри, S4. Я бы ее оставил. Это все можно продать. Потому что просто больше я не унесу, к сожалению. Это тоже продаем. Вот это давай продадим. Ну, а остальные вещи, вот это можно продать. Вот это. Что еще? Автомат давай. Неужели я не могу с собой забрать этот прекрасный жилет? Или что это, какая-то броня? Так, давай. О, теперь вроде как можно, да? Коллект, отлично. Заходи, и в принципе я бы его сразу отправил дальше. У меня не так много хилок. Смотри, какой не спеша, чтобы все девочки посмотрели на его блестящие белые зубы. Смотри, какая у него реально улыбка белоснежная. Как ты умудряешься в такое время соблюдать такую гигиену? Так, открываем это дело. Места нет, я понимаю, что надо освобождать. Будем стараться, будем делать. Давай быстрее! Какой же ты медлительный, твою мать, а? Шоколад, быстрее. Вот. Это другое дело. Берем его сюда. И давай вот так вот. 4 того и, в принципе, 4 этого. Все, погнал. Иди, как говорится, ищи, лутай. Так, Фридок, что нам с тобой делать? Что нам с тобой делать, Фридожище? Это все мы продадим. Это продадим. Пистолет хороший, но, опять же, мне просто некуда это все складировать. А, кстати, наверное, надо бы построить, я думаю. Да, давайте пока закроем. Быстро можно построить, но это будет отнимать лишний свет. А с электричеством у нас дела тоже не очень хорошо обстоят. Надо это дело порашить. Давай попробуем. Давай, родной мой, давай, пожалуйста, только без фейлов, я вас прошу. Кстати, это, по-моему, 22-й левел, да, можно будет качнуть. Так вот. Это поднимет им немножко настроение и, в принципе, может хорошо сказаться на продуктивности. Так вот, так вот. Вот так вот. И, конечно же, вот так вот, красопетушка моя. Какие вы все грустные. Застенчивые лица. Давай. Оп. И пошла жара. Пожалуйста, без ссаных фейлов. Я схожу с ума просто с вами, а. Назвать убежище имени грустного Перо, серьезно. Перо, где твоя мальвина, мать твою, а? Ой, грусть, тоска, печаль и боль. Да, нет больше людишек, в принципе, пока и не надо. У нас... Так, ну что мы будем с тобой делать? Что мне с тобой делать, дружище мой хороший? Давай хотя бы деньжат соберем. Да, я понимаю, что нет места. Значит, время пришло строить кладовую. Делаем сначала... Они там тушат, да? Сейчас потушат, сделаем быстро лифт. Поставим кладовку. Ну, опять, кладовка — это лишний свет. А со светом дела у нас, как видите, не очень хорошо. Чё вы там тушите, ёбы? О, как все плохо. Вот вместо того, чтобы просто, как говорится, канаёбить и бегать туда-сюда, мог бы и помочь с тушением. Но он решил просто зайти в лифт и убежать. Это довольно подло. Так, здесь нормально. А у нас кто-то учится, я смотрю, да? Тут у нас, по-моему... О-хо-хо, как хорошо, смотри. Тебя терять я не буду, мы тебя прокачаем. Тут у нас аристократишка с интеллектом. Значит, есть смысл и лабу построить.
Ребятуши, как насчет того, чтобы я вас немножко порашил? Отлично! Отлично, давай еще. Мне приходится лечить весь мой персонал, весь всех моих людишек. Чудненько. Так, значит, у нас по плану давай делать. Текс, поехали. Сделаем вот здесь сливчанский. Давай вот это мы уберем. И сделаем еще одну кладовочку. Storage room. Хоп, storage room. Хоп. Угу, элеватор мы уже сделали. В принципе, они могут туда добираться без каких-либо на то проблем. Хоп, хоп. И фулли апгрейд у нас как бы уже есть. Хорошо. С этим уже разобрались. А еда, вода у нас как бы в норме. То есть это все нормализовалось, стабилизировалось. Осталось только разобраться с электричеством. Как нам правильно поступить. Так, реактор. Что-то у нас мало людей на реакторе. Тут нужна эска. Если я не ошибаюсь, только что где-то я видел прокачанную эсочку. Дай боже памяти вспомнить, где я это видел. Так, эсочка, эсочка, эсочка. Давайте смотреть, вот тут кто у нас? Тут непонятно вообще, кто и что они прокачивают. Так, у тебя как дела с эсочкой? У тебя не очень дела с эсочкой. Тут персепшн, понятно. Не совсем то, что нам надо. А, но, в принципе, тоже сойдет. Тут что у нас? Тут эска. Ага. Значит, надо сделать побольше спортзал, чтобы они могли заниматься. Ты у нас что и кто? Знаешь, мне так кажется, что мы долго будем конаёбиться. Надо просто взять и посмотреть. Так, проскочили S. Так, реактор, реактор. А на входе стоит суперреактор. Смотри, практически все, получается, у нас уже заняты. Но наверняка найдется тот, кто просто валяет дурака. Вот, например, вот ты. Ага. О-о-о-о-о-о, красопетушка моя, ты куда это забралась-то? Поехали в реактор. Будешь у нас там работать. S плюс 4, видишь, как написано? Подожди, нет, не в реактор. Не в, или в реактор. В реактор, да. Куда бы тебе еще можно определить? Харизма минус 6. Охренеть, я вам скажу, друзья мои. Давай сюда. Готово. Потихонечку можно даже без раша это все дело восстановить. Опачки. И водичка, и еда. Чудесно. Главное, чтобы не прибежали сейчас рейдеры, потому что это будет реально запарно. Так, теперь я могу тебя с чистой душой принять, друг мой. Это все мы продаем. Запускаем фридога. Фридога на хот-доге. Левел 14, левел 16. Можно позвать даже кого-нибудь. Например, Сандра Сьютон, да, правильно? У нее практически нулевые все показатели, поэтому... Я думаю, что сейчас надо заняться немножко другими делами. Так, Фридог, что у тебя? Харизма, удача и немножко, говорится, черной харизмы. Так, заходи, друг мой. Заходи, как говорится. Не бойся, выходи, не плачь. Дадим 5 таких и 4... Давайте лучше так, потому что нам в убежище это понадобится. Все, погнали. Пускай бежит, добывает. Смотрим вот на Юджина нашего. Что ты нам притарабанил, друг ты мой хороший? Это мы продадим. Хотя хорошая штука, ладно. Давай лучше вот это продадим. Хотя нет, вот так сделаем. Так и вот так. Эти шмотки нам не надо, это мы не носим. Это можно оставить. 6-8 дамага, кстати, довольно неплохо. Поехали. Хм, за ним прям тёлочка пристроилась. Чудненько, я тебе скажу. Что у нас здесь творится? Какие вы все грустные. Сейчас я вам пару мистеров Хэнди да... Бляха, ты же муха. Ёпты, малераты. Малераты, ебана. Бля... О, давай-давай-давай, Хэнди. Хэнди, давай, гандони его нахрен. Гандони всех. Хэнди, ты знаешь, что делать. Хэнди, дело-дело. Так, готовы. Сейчас будем их хилить. Твою же мать. О, слава богу. Раньше, я думаю, что в той серии произошел какой-то глюк, и поэтому мы так долго с ними справлялись. Смотрите, у Нигера сразу настроение поднялось. Главное, чтобы только настроение. Так, девочку мы тоже похилим. Лэри, давай, детка моя хорошая, делаем. Подожди, или Лэри это парень? Я думал, это девушка какая-то грустная. Ладно, ребятки. Как у нас дела в лаборатории? 13%. Я бы... с ними был поосторожен. Заметьте, врачи как-то не особо болеют. Да, нет, болеют.
Чудненько. Очень грустный 50 Cent. Давай. И заходим в магазин конфет. Только конфет там нет. Нет, песни петь не будешь? Рэпачок тоже читать не собираешься. Да, попробуем еще раз. Ну, success, конечно же. Как иначе. Мне очень нравились в этой игре врачи. Они реально классно работают. Очень много удачных, как бы, работ. Много удачного раша. Вот сейчас, Фэ, вот сейчас настала жопа. Ну, тушить, в принципе, нормально. Тушить — это вам мешки ворочать, так что я думаю, они справятся. Так, что у нас здесь? Простая. Господи, сколько нулячих. Сколько же нулячих, ребят. Так, я предлагаю открыть парочку хэнди. Сначала надо все это пособирать, как говорится, пожиточки. О, смотри, как хорошо, а? Я умею, как говорится, я могу. Дуглас, твою мать. Ладно. О, нет, сучий потрох. Какого хрена вообще? Зачем эти ебанашки опять прибежали? О, ёпта. Сейчас будут проблемы, ребят. Сейчас будут большие проблемы. Так, мистер Хэнди, я тебя прошу. Чудо мое, ты тоже стой. Блять, пробили. Пробили, сука. Давай, гандонь. Гандонь быстренько. Давай. Зачем ты улыбаешься? Наоборот, скалься. Скалься, вызывай страх. Пускай они боятся тебя. Побежали, блядь. Мистер Хэнди хотя бы адекватный, единственный ссаный робот, и тот знает, что делать. Так, давай. Давай быстрее. Быстрее жарь их нахрен. Хилим девочку, хилим. Сию на бацилку хилим, давай. Все, побежали. Давай, Хэнди, ты знаешь, что делать. Ёпта, это что было? Хрена себе. Че вытворяет, а? Хоть одну эту тварь они выбили? Да, одну выбили. Так, побежала, быстро, я сказал. Давай, быренько. Хэнди что-то делает, Хэнди реально молодец. Вот за робота вообще не стыдно. Бля, они в лид пошли. Давай, родной, давай же. Какой грустный Элдер у нас. Мать его, Скроллс. Давай, родной, давай, быренько. Как же ты меня канаёбишь-то с этой хренью. Ой, здесь у нас ребята как-то не очень, я смотрю. Игра начинает подвисать. Вот за это я ее просто ненавижу. Только-только мы стабилизировали показатели, тут же прибежали эти ублюдки. Давай. Я надеюсь, вам видно, что я пытаюсь сделать. Я пытаюсь как-то ее сюда перенаправить. Она уже... А монстры уже перебежали в другой конец. Так, остается последний хер. Стреляй! Хоть с грустной миной, блядь, хоть со слезами на глазах. Ты должен его убить. Давай. О, слава. Слава тебе, Господи. Мы справились. Так, мы потерпели с вами... Что происходит вообще? Стоим бы. Что у нас тут происходит? Понимаете, когда игра начинает подвисать, это просто жопа какая-то. Так, Хреваев, конечно же. Иди работать. Хрен тебе, а не смерть. Поэтому я и собираюсь на каждом этаже поставить по роботу. Этажей у нас много, значит, придется много тратиться. В этой игре по-другому никак. Так, давай сделаем вот так. Восстановим хотя бы хоть что-нибудь, потому что они очень много забирают еды. Если крыса забирает, допустим, воду, эти забирают много еды. Так, готово. Поехали, друзья, пооткрываем. Да, у нас есть, кстати, обычные. Смотри, как можно. Можно вот так, по-моему, делать. Как-то сортировать, я помню. Нет, нельзя. Ладно. А, слишком много их там стоит. Ладушки. Так, надо как-то от них избавиться. Вот куда мне их, скажите, пожалуйста, направить? Персепшн, ну давай, давай мы их всех тупо направим вот сюда. Пускай гильдии прокачивают. Давай тебя сюда. Они, в принципе, все нулевые, то есть им можно развивать любые параметры, какие считаете нужными. У нас мало этого дела, значит, пойдут заниматься в зал. Сюда давай. И сейчас мы быстро должны построить с вами лифт и поставить... Давай, знаешь, где сделаем? Давай вот здесь. Хоп. И, пожалуй, левчанский... А, это надо убрать. Я понял. Хоп. Поставили. Блум. Да, вот, жилые вот сюда. Это мы тоже уберем. И сделаем вот так вот. Как можно шире. Правда, энергия у нас заканчивается. Это, конечно, жопа. А, даже так. То есть я не могу ничего пока сделать, у меня просто деньжат нет. Чтобы я мог что-нибудь апгрейдить. Печаль, мать его, беда. Что же я вам еще скажу?
Так, тут готово. Еда, вода вроде как нормально. Правда, очень много придется хилить. Вы видите, огромное убежище. Тут просто нереальное количество. Нужно разных припасов, чтобы все это восстановить. Ну что ж, мы направили их. Они теперь все у нас занимаются вот здесь. Хоть чем-то полезным. И я спокойной душой могу открывать дальше кейсы. Давай. Чудненько. Еще один работишка. Могли, в принципе, карту даже не показывать. Мы знаем, что это мистер Хэнди. Давай еще одного. Хоп. Чудесно, мать твою. И пошли обычные кейсы. Опа-па-па-па-пам. Что у нас? Хорошая пушка, наверное. Так, немножко добра, немножко воды. Джесси Уайт. Хорошо, хоть не Джесси Пинкман, хотя Пинкману я тоже был бы рад. Давай. О, водичка, чудненько. Кэпсы не помешают. Пистолетик и еще кэпсы. Так, у нас есть немножко кэпсов. Я, в принципе, могу, наверное, прокачать вот это дело. Ага, понятно. А, 200 этих максимум. То есть я больше не могу расширить. Я понял, в чем проблема была. Я думал, что нет денег. Я не могу сделать его, как говорится, шире. 200 — это максимум людей, которые могут проживать у нас в убежище. Так, ну что, мои друзья хорошие, давайте мы вас быстренько расставим. Пожалуй, давай на третьем этаже ты будешь ошиваться. Потому что, насколько я понял, или, может быть, его поставить этажом повыше. Сейчас проверим, как он работает. Предположим, я хочу поставить тебя вот на... Вот сюда давай. Люди оттуда не убегают, так что париться не стоит. Залетай. Аккуратно. То есть один улетает, второй прилетает. Прекрасная картина. Тихо. Ну а ты, мистер Хэнди? Это будешь уже мистер Хэнди номер 3. Я пытаюсь разобраться, что у нас вообще происходит. Так, работишка у нас направляется вот здесь. Он внизу. Чудненько, на одном этаже есть, на втором. И тебя давай сюда. Ну, предположим, вот сюда. Но он как-то не спешит. Значит, все-таки правильно, что только на одном этаже может он находиться. Ну? В чем проблема, друг мой? Почему-то я не могу его никак... Давай же. Работишка. Работишка, блядь. О, господи. Через один день и 23 часа он только сможет к нам вернуться. Да что ж с тобой не так там, ёпта? Я не понимаю, почему я не могу ничего с ним сделать. Слушайте, он вообще никак не двигается. Робот. О, зачухался, ёп. Слава богу, хоть какое-то движение. Так, брательничек, что у тебя? Давай смотреть, покажите мне его характеристики. Агилити и интеллект. Значит, тебя можно временно назначить на еду, либо лекарства. Давай посмотрим, куда тебя можно. У нас ресторанчик внизу есть. В принципе, вот тут агилити плюс 7. Ага, даже так. Хорошо, у нас где-то была прокачка интеллекта, я видел. Ладно, давай пока себя сюда определим. Я предлагаю построить еще одну лабу. Да, уже лимит исчерпан. Давай сделаем... Научная лаборатория, это не то, медбэй. О. Хопа. Сделали медбэй, сейчас он сюда придет, и мы его туда спокойно назначим. Будем ее потихонечку расширять. Ученых у нас много, ребята у нас прокачивались, самое то. Так, братка. О, да, трупецкий лежит прекрасно, просто картина маслом. Так, я пока не вижу, что у нас здесь происходит. Тут вроде как все тихо, все нормально, без каких-либо проблем. Слушайте, мы вроде как его загнали, нет? Или не загнали? Загнали. Теперь надо за ним проследить. Блин, когда много людей, начинаешь... Вот он. Начинаешь реально теряться. Так, Шахерезада, давай. Вот тут будешь у нас работать. Добывать что-нибудь полезное. Чудненько. Давайте посмотрим, что у нас еще по кейсам есть. Что нам выпадет? Так, деньжатки. Автоматец, энергия и Стивен Холл. Стивен Холл у нас, в принципе, харизматичный. Господи, вы задрали меня с харизматичными людьми уже. Веселить нам тут никого, некого просто. Они хотят жрать, они хотят спать и они хотят спариваться. Все, харизма здесь явно лишняя в этом плане. Хотя, когда у нас харизматичные ребята стояли в спальнях в этих, где они там любовью занимались, у нас просто был какой-то траходром.
на самом-то деле. Так, можно еще, в принципе, позвать людишек. Патриция Морган. Патрисия, наверное. Так, Патрисия у нас удачливая. Да, нашла наше убежище, значит, уже априори удачливая. Добро пожаловать в ад, Брейна. Так, ну, в принципе, вроде как более-менее мы стабилизировали ситуацию. Еда у нас нормальная, вода у нас полная. Ну, немножко с электричеством не сложилось. Посему давайте их поражим. Так, тут фулли апгрейд у нас. Ну что ж, друзья, поехали. Грустные рожи. Друг на друга похожи. Так, с тобой норма. С тобой как дела обстоят? Надо вылечить от радиации. От радиации еще раз. И еще раз. Грустная красопета там уходит. Жалко, что нет с красными волосами. Была бы как в GTA-шке онлайн. Чудненько. Мне нравится ваш подход к делу. Так. Ну же. Оу, неудачка. Неудачка вышла. Бляха-муха. Red Roach у нас. Таракашки. Ну, с таракашками, я думаю, они разберутся. Давай, мистер Хэнди. Вся надежда на тебя. Есть. Ну, как-то очень-очень печально. Очень грустно. Ну что, ребят, я думаю, здесь мы закончим. Это у нас был Fallout Shelter. Все у нас тут очень плохо. На самом-то деле, все очень-очень плохо. Очень много проблем. Игра стала хардкорной. С одной стороны, это прикольно. С другой, понимаешь, что можно очень многое здесь стало потерять. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх. Увидимся уже в новых сериях. Всего хорошего. Пока-пока.